Всем привет, с вами по-прежнему Ingenti, и продолжаем мы смотреть за квалификациями в Pro серию 11 сезона. 1/4 финала. Встречаются команды Exotic Dream и команда под названием Rise. Они свое название не выставили в доте, но да ладно. Нам это не особо мешает, как обычно. У нас есть свой худ. Так, команды команд. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой. Я видел там забаненное Disprofit. Так, ну вроде все продолжается. Только меня одного дропнуло. Надеюсь, такое больше не повторится. Банная команда. Команда Rise забанили. Disprofit и... Visajam. Команда Exotic Dreams забанили Брюмастера и Нагу Сирену. И появляется Tidehunter. Tidehunter у нас отправится на оффлейн. Сегодня мы уже видели Tidehunter. Но тот Tidehunter особо ничего не смог сделать. Да и стоял тот Tidehunter на самом деле на миде. Казалось бы, на миде стоит Tidehunter и должен вывести все свои артефакты как можно раньше. Не тут-то было. Скажем так, и в итоге... Не пошло. Не пошло, тут тем временем появляется Винга и Skywrath Mage. Винга у Rise и Exotic Dreams забирает Skywrath Mage. Именно вот. Так вот и меня опять дропнуло. Что это происходит? Ну, походу, дропает только одного меня. Блин. Прискорбно. Но смотреть через Dota TV это вот такое себе на самом деле развлечение. Ну ладно. Ну, походу, команда Rise опять смотрела прошлую игру команды Exotic Dreams. Забанили они Сларка, забанили они Визажа. Так, и Silencer тоже отправляется в бан. Но если отправляется в бан Silencer, значит сейчас появится какой-то герой, который с кастующимся ультимейтом, которому этот Silencer мог бы сбивать ультимейт. Например, Enigma. Например, Witch Doctor. Кто еще может быть? Вот сюда именно заехать. Ну, я попереподключаюсь, конечно, до поры до времени, но потом все-таки, наверное, придется идти в Dota TV. Элдер Титан. Не совсем поднимаю этот пик. Магнус. Ну, Магнус, да. Магнус тут, если успеть дать РП, хотя... Знаю, бывают такие Магнусы, так, сами обратно худ. Бывают такие Магнусы, которые дают РП, привозят от курьера там... Тайдхантера, привозят Шейкера и там бабах свой ультимейт и давай до свидания происходит. Так, посмотрим, кого сейчас возьмет команда Exotic Dreams.
Ждем, ждем, ждем последнего героя команды. Ой, не последнего, предпоследнего, конечно же, героя команды Exotic Dreams. Кстати, под Магнуса они реально могут взять Шейкера. Огра отправить в оффлейн. Посмотрим, будет ли меня кикать с Dota TV. Нет, не-не-не, не так. Я попробую переподключиться. Если у меня во время игры будут такие же дропы, то, блин, придется идти в Dota TV. Смотреть с двухминутной задержкой. Поэтому, ребята, на стриме, извините. Так, пока я там туда-сюда переподключался, появился у нас Джакира и Медуза. Вот такие вот пики Джакиро мне нравятся, на самом деле, побольше. В пике Exotic Dreams, чем Медуза в пике команды Rise. Надоело уже ставить ходы туда-обратно. Да ладно. Так, Темпларка. Завание на Темпларка, значит, на мид можно спокойно, ну не спокойно, но пробовать взять Сларка. Как вариант. Сларка, боже, что я говорю. Конечно же, Пака. Dire team pick. Войда на самом деле зря забанила команда Rise, я считаю. Подождите. Radiant team pick. А кто мидер туда? Элдер Титан? Тайт Хантер опять? Мид? Ну фиг знает. Reserve time. Сейчас появляется оффлейнер. Типа Бэтрайдера. Блин, из этих дропов мне как-то настроение подпортилось даже. Так, ну, надеюсь, больше не дропать не будет. Очередная стандартная пауза, пока у нас пауза, назовем игроков. Команда Rise. Такой вот ник играет на Бэтрайдере. Рейнс играет на Медузе. И еще вот такой замечательный ник играет на Венге. Талента играет на Огр Маге и Флеста. Или Фиеста, боже. Фиеста, конечно же, играет на Магнусе. Команда Exotic Dreams.
Шпион от The Slayer, Tidehunter, Весна играет на Антимаге, Морality на Элтер Титане, Ярс на Скабрас Мейджа и Кан играет на Джакира. Middle is missing. Говорит нам Элдер Тайтан. Ну и посмотрим на лайнап команды EXDR. Что? Ладно, забейте. Так, на мид. Да, на мид идет Тайтхантер. Так, а здесь Элдер Титана могут найти. Ой-ой-ой. Все, походу Элдер Титана здесь может приплыть. Ну не приплыть, так зато потерять вард. Отдать 50 голды Медузе. Обидно. Обидно. Но, в принципе, сам виноват. Так, что у нас по лайнапам? Да, Бетрайдер идет стоять один на миде. Магнус и снизу трипла, Огр, Винга и Медуза. Этих саппортов часто уже в последнее время берут в связочку. Очередная пауза. Ну и команда Exotic Dreams. Антимах стоит наверху в трипле с Скаврос Мейджем. И Джакира, снизу у нас стоит Элдер Тайтан. И на миде Тайтхантер. Ну и пока пауза у нас. Поддержка какая на стриме? 2. Пока у нас пауза. Мы смотрим на команду Райз. Сейчас, 5 сек. Сейчас я все озвучу. Команда Райз имеет 165 побед и 67 поражений. Тем временем Virtus Pro проиграли Cloud9. И в финале у нас Облако 9 против Злых Гениев. Ну что там? Почему такие долгие паузы? За что? За что? Best of 5. Финал. Комментирует Каспер и Вилат. Я серьезно до сих пор не понимаю, какой смысл был делать финал лузеров в Best of 5. Типа время потянуть? Ну фиг знает. Такого и себе на самом деле. В итоге, да, победили Cloud9, но... 5 игр. Это часов 7 прошло, и им еще играть Best of 5.
Не думаю, что они вытянут. Я ничего не буду говорить. Мне больше интересно самим игрокам нравится вот так сидеть тупо и ждать 7 минут паузы. 6, ладно. Finally, the rock has come back to Dota 2. Продолжается у нас игра, точнее говоря, она начинается, и у нас медуза уже имеет одного крипа, одного крипа это не одного крипа, а один вард. Тут же все считается. Так что... А вот Тайдхантеру тут будет приятно стоять на миде против Магнуса. Но особых проблем он ощущать не будет. Против него. Здесь главное просто отгонять Бэтрайдера, чтобы он не накидывал стаки. А, он Firefly скачал. Ну, типа, фиг знает. Ну, Джакира, конечно, молодец, пошел прям по Firefly. Что у нас снизу? Снизу Elder Titan. Ну, разве что только спиритом тут как-то пытаться фармить, дамажить и так далее. Подходить у нас сюда особо не нужно. Так. Что с грибами произошло? Ой, с грибами, с деревьями. Что это было? А, это, наверное, тут с самого начала Firefly летал. У нас Бэтрайдер, и в итоге он уходит с линии, уходит в леса. И эти могу просто халява. Такая жирная халява в виде крипов и свободной линии. Ему тут никто особо не будет мешать, пока сюда не придет.
Бэтрайдер ушел у нас в леса, делает стаки. Чувствует себя относительно нормально, скажем так. Так, Минга, Медуза. Кстати, Медуза на Оракла похожа. Да ладно. Но на самом деле сверху тут с антимагом может остаться какой-нибудь один саппорт. Например, Джакира. А вот, да, Скаверс Мейдж. Пойти на другую линию. Или он стакать идет. Да, он походу просто идет стакать отсюда. Антимагу. Бум. Я и не знал, что он усатый. А, это клыки, боже. Это вот усы. Все. Поплыл. Поплыл. Блин. Ладно. Так, что на меня? Магнус, курьер, бутылка. Медуза. Фейзы. Фейзы, фейзы, фейзы. Элдер Тайтан. Стакает Эншентов. Ну, понятное дело, для кого все это делается. Для вот этого парня, который имеет на руках уже штуку 600. Хочу заметить. Пятая минута игры. Ну а таратасочку. Хорош. Фармила. Ботом фидер. Только что сказал Тед Хантер. Здесь вот были субтитры. Арканчики появляются у Тайтхантера, ну, довольно-таки быстро. Даже учитывая то, что он стоит на миде. Так, антимах 200. Ну и что он сейчас себе будет покупать? Кольцо на реген. Ага. Можно, в принципе, купить Бродсворд сейчас еще ему. Денег хватает. А тем временем Огр погибает снизу. Кстати, Реверч есть у Тайтхантера. И ой, как же сейчас будет неприятно вот этой лапше. Так вот. Хантер заходит фиг знает куда. Тут тем временем воюют с Медузой. Элдер Тайтан. Ой, ну все, все-все-все, это была огромная ошибка, что они разделились. Тем временем тут еще и Элдер Титан погибает, Ревидж. Ревидж был такой себе на самом деле, а вот РП хорошая от Магнуса, это минус 2 уже. Также Тайтхантер отправляется, это верно, минус 3. Даже минус 4. Минус 4, 4 в 1 размен. Только Тимах тут сверху стоит, никого не трогает. Ребята, вы что? Я стою, фармлю, никого не трогаю, а вы там видите? И этот вид может боком вылезти потом. Так, антимах ПТ купил. Угу, понятно. То есть он БФ не сразу что делает? Ну, в принципе, правильно.
Магнус. Ай да Магнус. 7 минут собрал Мидас. Хорош. Хорош, реально хорош. Так, Венга. Венга, это заход. Куда? Заход. Попытка убить Тайдхантера. Но было бы неплохо, на самом деле. Пробовать его убить. Отложить его блинк. Но нет, идет она пока что только на верхнюю линию. И зря, мне кажется. Зря, зря, зря. Делать ей тут особо нечего. Нужно либо идти на мид убивать Тайдхантера, который уже ушел на стаке. Стакает, точнее говоря. Он стакает сразу на двух. Вот здесь. И вот. А, нет, тут просто крипы заспаунились. Ну вот, да, что-то еще застакали один раз. Пока вард не поставили. Такой вард. Лол. Упал. Блин. Ну ладно. Так, антимах. Может, персеверанс, в принципе, сейчас купить. Может собирать на Broadsword. В принципе, 20 крипов. Тем временем Скавросмейдж на миде погибает. Реведж. Хороший реведж по двоим. Погибает Огр Маг. И Магнус. Ну, Магнус тут. В принципе, даже на Скюре сможет уехать, если что, вдруг. Я так понимаю, реведж можно было давать пораньше чуть-чуть. Но... Что сделано, то сделано, в принципе. Ей-ей-ей. Блинк появляется у Бэтрайдера, несмотря на то, что он стоит вот в лесах. Он такие быстро, то хочу сказать, блинк. У Тайдхантера его до сих пор нету. Но Тайдхантер умирал. Бэтрайдер нет. Бэтрайдер просто стоял, фармил леса. Так, снизу Медуза. Медуза имеет мом уже у себя. Ну и вышка должна падать. Вместе с Элдер Титаном. Раз, еще тычку даже нужно дать. И вот она, еще одна тычка. 6-2 счет. Идет команда Райз. Но не стоит расслабляться. На самом деле, потому что есть антимах у команды. И XDR. Если он нафармит свои артефакты быстрее Медузы, быстрее Магнуса, то все, считайте, борода. Так, блинк, лассо, Скавросмейджа тянут. Вот, заканчивается стан, залетает Скавросмейджа. И антимах. Ничего не может делать, Скавросмейдж отправляется в таверну. Антимах, конечно, хороший герой. Хороший керри, но... Слишком он тонкий. Вы скажете, Террор Блейд тоже тонкий, но у Террор Блейда есть ультимейт, скажу я вам. У него есть Сандер, у него есть Метаморфоза, что есть у Антимага есть только Бринг. Да, у него есть еще магический щит, вот он, Спел Щилд, и хороший ультимейт, да, Мановойд, но Мановойд напрямую зависит от первого скилла. Ну, перс он, конечно, вкачал, он молодец. Но не всегда же получится у него нанести такое количество ударов, чтобы выжечь даже, например, 50% маны. У кого? У Медузы, потому что Медуза должна по-любому запаковываться. Хотя не, подождите, я что-то бред говорю, Медуза ж с щитком играет, и Медузы маны как раз таки не будет хватать. Плюс ультимейт 200 маны стоит. Да, Медузу он сможет убивать с ультимейтом. Все. Все, все, все. Так, а у кого много маны? Вот. 546. Все равно. Тимах как-то не особо сейчас смотрится здесь. Так, зацепили здесь Элдер Титан, Элдер Титан. Элдер Титан, ну погибает, но Ревидж был дан, Ревидж дан был по троим. Бэтрайдер, 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 40 хп, 30. Погибает Бэтрайдер, но в размен на троих.
Дабл-Е оформляет Медуза. И уже такие прозвоны поступают. Медуза 2500. Ой, покупает она Ultimate Torb. И это будет Скади. Я больше чем уверен, что это будет Скади ранее. Ну, линка здесь не особо нужна. Ну, а что здесь? Ульта антимага. Скиллы из Каверс Мейджа. А, ну еще Liquid Fire. Все. Нагаш, как бы вообще барабану, что он есть, что его нету, поэтому. Ну, ради Гаша собирать линку нет смысла. Ради. Ну да, конечно, Сайленс от Скаверс Мейдж это хорошая вещь, от него нужно как-то избавляться, тем временем сверху убивают как раз таки этого Скаверс Мейдж, на него просто галятся, сверху еще одни. Ой-ой-ой, две тычки дает Бетрайдер, и Скаверс Мейдж отправляется в таверну. Так вот, любые скиллы Скаверс Мейдж это, конечно, неприятность, но ради них собирать линку такая себе затея, хочу сказать. Я более чем уверен, что это будет Скади. Либо Манта Стайл. Манта Стайл тоже может быть. И Манта Стайл, скорее всего, раньше появится. Сначала Манта, потом, кстати, можно будет попробовать собрать что? Как раз таки Скади, а потом можно собрать бабочку. Либо БКБшку. Хотя БКБ зачем? От Реверджа только. Надо на ХП уплотняться. Да, Скади как раз таки будет, я думаю, неплохо. Потом Медузи, ну, конечно, после Манты. Тут, в принципе, Яша 2, по-моему, стоит. 2.20, если я не ошибаюсь. И рецепт 600. Не, 800. 600. Сейчас я точно скажу. Так вот, 2.500 и рецепт... А, 800, да. Вот рецепт. Не, ну за... Зачем эта линка? Ну... Зачем? Вот сейчас Медуза просто крайнюю ошибку делает. Тем временем БФ летит антимагу. Клинка на Медузе. Я тут так распинался. Объяснял, почему эта линка не нужна. Но, походу, не хватает мозгов кому-то это самому додуматься. Так, Джакира погибает. Снизу забирает его Бетрайдер. Бетрайдер его забирает. Каким образом? А, тут целая куча на него улетела. Фаербласт и лосо, ну, в общем, забейте. Кстати, Огр. Что делает Огр? Огр просто здесь погиб. Реведж. Реведж хороший был дан по твоим. Медуза. 70 хп. Еще дычку дать, залетает так на болт. Ну, и это... Может быть минус, да, это минус Медуза. Ну и просто блинк аут делает Магнус. Так, что по графикам у нас? По графикам 6000 уйдет команда Райз по опыту. 4700 где-то. Ну и сейчас еще вышечка упадет у них. Забирает еще и антимах, и, ну, в общем. Антимагу фарм нужен, да. Кстати, антимах мог, скорее всего, браться как контра Медузе. В натуре. Так, гонятся здесь за кем? За Магнусом гонятся. Магнус просто делает тэп-аут. Да, Тимах был еще последним пиком. Все, точно. Точно, точно, точно. Вы не обращайте на это внимание, просто спать уже хочется. И не совсем правильно мозги работают. Точнее говоря, вовремя. Ну, вот как сейчас, например. Так, лассо. Зацепили.
Элдер Титана. Забирает его Магнус. Вот так вот. Ну и плюс еще, скорее всего, вышка должна здесь падать. Или нет? Или да. Ну. Где-то здесь. Пока стоит. И вышка уже денайбл. Можно денайть. Давай. Хорош. Хантер денает вышку. Так, здесь. Бэтрайдер. Просто Бэтрайдер уходит. Тимах фармит. Точнее говоря, уже нафармил Яшу. Тоже скоро будет монта. Точнее говоря, будет монта, в отличие от Медузы, которая... Не понимаю, зачем собирает этот артефакт. Ненужный. По крайней мере, здесь. Мистик Флэр мимо. Серьезно, Линка? Зачем она здесь нужна, блин? Серьезно, лучше бы собрала манту. Ту же. Или уже Скади на крайняк. Уже просто... Блин. Да пусть лучше Мидас собрала бы на 12-й минуте или на 18-й. Фиг с ним. Но только не Линку, блин. Тайдхантер. Уже скоро у него будет, кстати, Шива. Хантер 4.1.0. И у Тайдхантера все очень хорошо. Вот этот мидовой Тайдхантер намного лучше, чем Тайдхантер, который был в первой игре. Ревдж по двоим цепляет Огра, но у Огра есть Фаербласт. Если что, он сможет кинуться, там печать на Вингу. Вингу залетает все, что только можно, засанили Вингу. Винга еще дычку надо дать, да, Винга погибает, но Тайдхантер здесь. Ну, как бы его зацепили в лассо, ну и просто до свидания. Так, Медуза. Ультимейт. За вышку идет. И за вешку идет команда. Райз Джакира станом промазывает. Ой-ой-ой, раскол проломал деревья и не совсем приятная ситуация сейчас оказался. Элдер Титан, его спалили, и это тоже минус. Также падает вышка. По графикам мы видим. Ну, 7500 сейчас будет. Нетворса. Так, Джакира, ну... Поехал у нас какой-то бред уже о тимах. Тоже в таверну. Я не понимаю, что сейчас творит команда EXDR. Просто не понимаю. Появляется еще один ультимейт орб у Медузы. Медуза у нас. Где? В этот раз должна быть Яша. Либо Скади уже забери. Скади будет профитней. Больше маны будет. На щиток. Ага. Так, тут форстоп, да? Нет, йоу, я... Как обычно. Короче. Тайдхантер... Да, собирал у нас Шиву. Довольный. Маны много. Ну и теперь, скорее всего, будет рефрешер.
Так, Dire's Courier. Где? Ну уже просто полная поплава пошла какая-то. МДХЗР просто отдает все, что только можно. Ну, сейчас опять поюнут. Хотя. Боже, как же мотит этот Бетрайдер? Ну, вот у него Firefly нету. Забрали его, да. Неплохо. Магнус. Я убил Джекира. Джекира умер снизу. А, тут под ТД, ну, блин. 29 30. Просто рейд кликом сейчас купит эту Яшу и либо я сразу манту, либо фиг его знает что. Скади. Radiant's top tower has been denied. Просто я ничего не хочу говорить сейчас по этой игре, потому что, блин, что не происходит. Вот сейчас Огра можно зацепить. Ревидж, хороший Ревидж, по троим Ревидж. Ну, Мистик Флэйр на Медузу. Уже сбрили Огра, но Медуза была все время в щитке, и как бы ей по барабану, да, это будет Шива, тут уже минус 2 от команды Райз. Тайтхантер горит, свапнули здесь Скаверсмейдж тоже отправляется в таверну, гонится за Тайтхантером, у него 50 хп было, это минус Тайтхантер, погиб один Огр. КГВП, ливаем, идем смотреть одну вторую. По-другому я не могу ничего сказать здесь по этой игре. 12 тысяч по нетворсу, 12 тысяч по XP. Антимах манта ставил, молодец, но твоя манта ставил уже никаким образом здесь не поможет команде. Что-то начинаю гореть. Это нехорошо. Просто по барабану. Ой-ой-ой, какой хороший здесь РП дал Магнус, увозит всех троих. Ну и просто давай разваливай. Тут Медуза даже без мома, без ничего просто. Ну вот Макропира, то по барабану на эту Макропиру. Минус 3, минус 4. Тейтхантер там где-то на базе стоит, ничего делать не может. Упал Т2 на миде. Ну и заход на Т3, а ну а чё им бояться, в принципе. Байбек есть только у одного Элдер Титана, поэтому можно спокойно заходить. Ну, что они, в принципе, и делают. Так, зацепили здесь у нас Тайтхантера, Тайтхантер минус. Так, падают бараки. Так, все, я возвращаюсь в игру. Тут команда Райз заходит на Рошана. Бьет его только Медуза, в принципе. Ну, что еще надо? Тут, так, падает Скади уже. Ну, до сих пор не понимаю, зачем это линка. Да, ну, ты убиваешь, но все равно тебя никто не сбивает. Вместо этой линки лучше ПКБ уже собрали. Серьезно. Тревела Бетрайдера. Ну и просто теперь по еще какой-нибудь линии пойти. Ну, по низу будет проще. Бетрайдер. Вовремя сделал блинкаут. Красавчик.
Что у нас тут? Тут ничего. Окрик, кстати, с возвраткой играет. Воу-воу, парень. Полегче, пожалуйста. Так. Ну и походу забирает еще дискорд сверху. Походу мало урона, который они вносят. Нужно просто с нового проканста убивать, тупо минус 5 делать. Тогда, наверное, не будут довольны. На самом деле, любая команда была бы довольна, если бы с нового проканста делали бы минус 5. Это такой приятный бонус, скажем так, к драке. Подрались и еще минус 5 сверху. Хорошо. Падает 2. Ага. Ну и все, типа... Только Т-3 стоит, и вот просто поверху идет команда Райз. Даже Медуза одна идет. Трайдер на хайграунде халял. Ради этого и собиралась линка, что ли? Их знает. Вот Макропира лежит тупо по барабану. РП, хороший РП. По двоим было дано, и просто минус 2 саппорта. Ревидж. Ну, Ревидж по двоим. А дальше-то что делать? Дальше нечего. Сразу... Ой, как-то быстро пропал Хикс с Тейтхантера. Так, раскол. Не по кому. Ну, сейчас переждут просто-напросто этот... Так, ну, Тейтхантер, какой же ты пёртый со своим... со своей пассивкой, просто все сбивает себя. Мгновенно. Падает Т3, падает бараки. И это ГГ. Ну, это можно было сказать еще, когда упали снизу там. Ой, на мини, точнее говоря, бараки. Хотя, ну, Медузи сбили Эгис, ну... Ну и что? Ну, откровенно скажем, ну и что? Вот, обратно возвращается Медуза, сразу минус Карасмейдж, минус Джакира, битый Элдер Титан, Элдер Титан в таверну, антимах тоже убегает, регенится после ББК, он ничего сделать не может. Минус Тайтхантер, и вот она, good game. Well played. Команда Райз проходит в 1-2 квалификации за слот в про серию. Их уже, кстати, ждет команда Мифо. Поэтому, я думаю, опять пауза будет не особо-то большая. Поэтому особо никуда не расходитесь.